Друзья, приветствую вас на канале «Каменный успех. Дома из камня». Сегодня мы начинаем новый проект мостовых. Мостовые, которые идут с обработанного камня, ручная обработка, перевязывается, так сказать, строительными швами, выложена на бетон. То есть идет бетон, потом сетка и сверху обратно же бетон и камень. Мостовая у нас большой площади, 450 квадратных метров. На острове Патмос это очень серьезный размер строительства мостовой. И за счет вот этого объекта я попытаюсь вам рассказать все. И вот мы начинаем делать мостовую. В первую очередь выгребим вот эти все камушки, щебень. И потом уже будем смотреть, отталкиваться от того, что у нас есть. Мы продолжаем заниматься уборкой, и вот весь отсев совместно с щебнем. И вот мы его поднимаем наверх вот таким тракторцем, погрузчиком. Потом будем брать этот щебень, заливать бетон, поставим где-то здесь бетономешалку, прокопаем, опустим немного ниже дорогу, где необходимо, натянем ниточки, и все будет классно. Вот такую прослойку нужно убирать для того, чтобы поставить мостовую, чтобы сделать хорошо и правильно. Естественно, наши камни идут приблизительно, вот если смотреть, 20, 22, 30 сантиметров. И если смотреть вот здесь, учитывая бетон, сетку и потом раствор, на который ставятся наши камни, ну вот так 25-30 сантиметров все совместно пойдет. Потому что если, скажем, 8-10 сантиметров бетона и поставить камень, ну как раз оно то на то выходит. Прежде чем мы начнем что-то лепить, что-то ставить, одним словом, должны пройти электрики и сантехники. Прорыли траншею. Очень много времени ушло на то, чтобы прорыть вот здесь, там, везде. Здесь электрики свое дело будут делать. То есть тоже очень жесткий такой материал. То есть не камень, но как бы паспора, она, то есть камень, как бы устарелый камень, и вот она поддается, чтобы трактором, компрессором убирать, отбойником точнее, но при этом очень жестко. Естественно, это будет выходить вот здесь электрика, там будет выходить сантехника, вот еще пройдет отсюда до этой коробки. Песком отсыпают, сейчас положат трубы. Здесь выбираем каждые камушки для того, чтобы земля, так называемая земля, была более-менее мягкой. Итак, после того, как проложили трубы для электрики и трубы для сантехники, все загортается землей, песком и утрамбовываться. Всего ушло 8 кубов песка. И потом сверху еще бетон будет заливаться. Здесь сделаем фрегатио, ну то есть выложим квадратом и сверху поставим крышку. Все участвуют в этом деле. И электрики, и сантехники.
лучшие специалисты острова Патмос. Камень на Катариме, камень на мостовую. Вот какая куча. 15 кубов. Вот здесь. Про мостовую сделаем мастер-класс. Несколько уроков. Смотрите далее. И следующая серия — черновая стяжка. Стройте из камня. Мастера, зарабатывайте на камне.